Всем привет! Я, конечно, сегодня немного устала, потому что всю неделю готовлюсь к экзаменам. Последним экзаменом называется Final Exams, финальные экзамены. И сегодня как раз, пока у меня эта тема очень актуальна, я вам как раз расскажу, как же американские студенты сдают экзамены. Я вот сейчас как раз вышла из кофейни. Я там занималась. И еду домой. Пока еду домой, я как раз с вами поговорю на эту тему. Самое главное, никого не ударить. Так вот. Хочу начать с того, что в Америке экзамены сдают, так скажем, по частям. Что я имею в виду? Сначала студенты изучают, допустим, 2 недели они изучают 4 или 5 глав. Падает. После того, как они изучили эти 4-5 глав, идет экзамен. Там экзамен номер 1. Следующие 2-3 недели они изучают 4 или 5 глав. И второй экзамен. Итого в среднем получается 3-4 экзамена за семестр. И так каждый для каждого класса. Есть такие классы, исключения, которым экзамены, допустим, 2 раза. Но это очень редко, и это на усмотрение преподавателя. В основном преподаватели никогда так не делают. Но у меня есть в этом семестре попался один такой экзамен, где мы сдаем всего 2 раза. Так вот, с одной стороны, конечно, это хорошо, что сдаются экзамены, так скажем, по порциям, порционально, потому что как раз там мы изучили 4 главы, и мы еще помним материал, поэтому легче сдавать. Но, допустим, вот на финальные экзамены дается либо, что в основном делают, дают экзамен по всем главам и плюс по той главе, которую мы изучили в конце, и либо по тем главам, которые мы изучили там последние, и на подготовку всего 3 дня. Вот, допустим, у меня на следующей неделе будет экзамен: среда — 1 экзамен, четверг — 1 экзамен и в пятницу 2 экзамена с перерывом 15 минут. Хорошо, что в одной аудитории, поэтому я смогу, не выходя, сразу перейти на другой. Финальные экзамены длятся 2 часа. Обычные вопросы, тест. Вот здесь в Америке не делают устные экзамены, допустим, как в России. Вопросы, тест будет, допустим, по финансам у меня будет 50 вопросов. 2 часа, 50 вопросов. Но я не хочу никого напугать. Дело в том, что если вам нравится то, что вы делаете, и ту специальность, и если вы выбрали ту специальность, которая вам нравится, то все будет отлично. Если вам нравится, все это будет на одном дыхании. Конечно, это как бы тяжеловато иногда физически, но все сдают, и вы сдадите. Поэтому прошу вас, пожелайте мне удачи на следующей неделе. Я желаю всем тем, кто сейчас в такой ситуации. Ну, одно радует, погода отличная. Сегодня, наверное, плюс 25. Как вы видите, все зелено. Сейчас я вот 2 главы доучила, еще осталось мне 2 главы. Еще 1 главу я изучила где-то недели 2 назад. И эти 2 главы я сяду где-нибудь в парке и так под хорошую погоду доделаю. Ну, если есть вопросы, пишите. Как раз на следующей неделе у меня уже все закончится, в пятницу будет последний день, поэтому рада ответить на все вопросы. И плюс еще хочу сделать видео для тех, кто хочет ехать по программе Work and Travel, и я как раз сделаю видео, я обещаю, что я сделаю наконец-то это видео, потому что времени у меня больше стало. Сделаю, как я проходила собеседование в посольстве. Ну и вроде бы все
все новости. Я уже подъезжаю почти к дому, поэтому всем отличного настроения, удачи, успехов, и все наши желания, друзья, сбудутся. Пока-пока.